Макс Ньюс. Добрый день, 12:11 на часах. Мы начинаем программу «Разворот». Сегодня веду я, Алена Борисова, помогает мне звукорежиссер Евгений Копейн. А в гостях у нас сегодня бывший министр здравоохранения, депутат Сейма, вышедшая из латвийской зеленой партии, которая входит в состав СЗК, и вступившая в партию «Единство» Анна Чакша. Здравствуйте. Добрый день. Напомню, телефон прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. Звоните, задавайте свои вопросы. Также их можете присылать нам по WhatsApp 2061-91. Наверное, пройдемся по актуальным событиям. Я, может быть, напомню нашим радиослушателям, что летом 2016 года вы начали работать в правительстве. Вы до этого советницей были, да? При бывшем министре здравоохранения, но вы вошли в кабинет министров как беспартийный министр. Да? Да. Через полтора года вы решили вступить в Латвийскую зеленую партию, и этим летом вы из нее вышли, вот буквально недавно. Да? И Черчилль говорил: глуп тот человек, который не меняет своих мнений на протяжении жизни. И вы уже сказали, я просмотрела несколько эфиров с вами, что человек меняет мнение, почему и партию он менять не может. Все-таки, для чего вам тогда, в 2016 году, потребовалось в 2017 вообще вступать в партию, если вы проработали год как беспартийный министр? Это достаточно сложный вопрос, но когда ты работаешь в правительстве, то политический, бэкграунд очень важен, потому что когда борешься за бюджет для здравоохранения, это очень такой трудный вопрос, и здравоохранение всегда было таким, я бы сказала, непопулярным отраслью для министров и для политиков. Одна из самых проблемных. Из самых проблемных. И чтобы, я бы сказала, все-таки получить достаточный вес, я считаю, что это решение было таким очень исверт, для того, чтобы получить и увеличение бюджета, и такого, я бы сказала, приоритета это вообще программе Союза зеленых и христиан. На ваш взгляд, правильно сказала бывший премьер Марис Кучинскис, что ваша работа в СЗК была браком по расчету, что вы как раз именно вступили туда, исходя из этих целей, то изначально, может быть, сама партия вам близка по духу не была, или что-то изменилось, или наоборот? Я бы сказала, всегда брак по расчету очень хороший, если правильный расчет. Мне очень близки те ценности, если мы говорим о зеленом мышлении, о зеленой экономике. Но если мы смотрим на зеленую партию, то я бы сказала, она в Латвии более консервативна, чем либеральна. И в тот момент, наверное, я не так, я бы сказала, рассматривала ту линию консервативности и либеральности, но потом уже, почему я это говорю? Потому что когда молодые люди вступают в партии, очень важно, чтобы они прошли этот компас и осознавали, какие ценности и которой части они больше себя видят. Потому что и одно, и другое хорошее, но очень важно, чтобы это было в контакте вашим мышлением, вашими чувствами, как вы хотите. Внутренний ориентир совпадал с ориентиром, политическим. Вот именно. Так что этот момент я больше, я долгое время думала о тех ценностях, которые я в себе чувствую больше, и из-за этого я и приняла это решение. А когда вы принимали решение, оно было на основе чего? На основе прошлой работы, когда вы сотрудничали в коалиции, да? Либо «Единство» показало себя сейчас как лидирующая партия в кабинете министров, поскольку Кришинис Кариньш от этой партии. То есть когда случился переломный момент? Или вы общались, между заседаниями, на заседаниях с депутатами, понятное дело, и что-то для себя поняли? Знаете, один такой переломный период очень трудно, наверное, всегда найти. Для меня очень важно всегда было, чтобы я была честна с собой. И это такой момент, когда ты все время как будто проверяешь те ценности, с которыми ты работаешь. И, наверное, какое-то время я присматривалась вообще, где я вижу свою политическую
эго, или где я лучше всего могу работать и дать благо для всей Латвии. И прочитая декларации ценностей, которые у единства, я больше всего нашла себя. И из-за этого такое решение. Вы сказали, прочитали. Вы же знаете, что написано, не значит сделано. Ну, знаете, когда я смотрю на те работы и люди, которые работают в единстве, я думаю, что это очень сходится с тем, что там и написано. Ну, очень интересно, потому что вы заявили о своем вступлении в партию. Допустим, госпожа Друвита, наоборот, намеревается, по крайней мере, сообщает о том, что выйти из этой партии, да, потому что ее не устраивает происходящее в ней, да. И вот что вы можете сказать? Это абсолютное несходство, ну или, может, различие позиций, или все-таки в единстве тоже есть свои, может быть, камни преткновения? Не все так хорошо там, чтобы привлекало вот других фракционных депутатов? Знаете, как говорят, все семьи счастливы одинаково, несчастливы, но несчастливы по-своему. Я думаю, также в каждой партии есть свои камни, и не все идеально. Но и также каждый человек различный. Так что и то, что мы каждый оцениваем, тоже, опять же, немножко по-другому. Так что самое важное, мне кажется, чтобы каждый был честен сам собой, во-первых. А потом уже можно и общество сделать лучше. Вы окончили Латвийскую медицинскую академию, работали педиатром в детской клинической университетской больнице. Вы также окончили Рижскую международную школу экономики по специальности управления бизнесом. Да. Были и членом правления детской университетской больницы, членом правления в Страдане. Вот вы как человек лично сейчас, вы уже про что? Вы больше про политику или про медицину? Но это трудно так оторвать один от другого. Почему? Потому что, когда я думаю про политику, конечно, этот социальный блок во мне все время резонирует, и я думаю о том, как улучшить парвалдейбу, управление здравоохранения, как более эффективно работать, чтобы каждый человек, когда он случайно или как-то получается пациентом, получил самое лучшее, что он может в этой ситуации получить, чтобы система была организирована на пациента. И все время, смотря сейчас уже политики, чтобы это было не только в медицине, но в принципе все услуги, которые представляет государство и локальные управления, были как организированы для людей, а не наоборот, с кем мы во время от времени встречаемся. Да, потому что вот исходя, может быть, такого взгляда со стороны, да, как это видят, может быть, ваши избиратели, аудитория, как это мне кажется, да, когда человек уже вступает в партию, выходит из партии, является депутатом, когда он не только отвечает за отрасль здравоохранения, а вы принимаете и голосуете на заданиях по самым разным вопросам, да, это не только ваша специфика, это не только медицина, то мне кажется, что политическое вас уже берет больше, да, что вы перестали, может быть, отвечать и следить только за здоровьем, я имею в виду глобальный масштаб. Только если я уже не могу отвечать только за здоровье. Этот Редислаукс, да, он, конечно, во многом поле зрения очень увеличается. И ты видишь очень много разных проблем и ищешь разные решения для этого. Но, как я говорила, медицина всегда остается как ядро для меня, потому что больше, может быть, смотрю за этим. Потому и очень важно, что в партиях люди разные, из разных профессий, и у них знаний в этой отрасли, и вместе можно отраслабаку рисина. Найти лучшее решение. Самое лучшее решение, и особенно если мы говорим о законодательстве, потому что если мы хотим улучшить закон, чтобы мы его не ухудшили и, опять же, не сделали что-то хуже, чем это уже было, но все-таки дискуссии не только между политиками, но и с обществом нашли самое лучшее решение. И особенно то, что я сейчас вижу, что иногда мы ищем эти решения в прошлом,
А на сегодняшний день, в принципе, нам надо смотреть уже с будущего и думать о том, как мы идем в будущее. И иногда это очень трудно, потому что те решения, которые помогали нам 10 лет назад, уже не могут помочь, может быть, завтра. Из-за этого надо очень быть открытым, продолжать также очень много учиться и смотреть, что сделать. И быть мобильным. Да, да. Ну, ваш случай, он уникален с той точки зрения, что отраслью руководил тот человек, который, с одной стороны, был узкоспециализированный в плане медицины и хорошо разбирался, по крайней мере, знает, что такое общество врачей, какие есть проблемы, работал в больницах, нескольких больницах. И в том числе у вас есть навык управления и менеджмента, который вы приобрели в Рижской школе экономики, uh-huh. да, международной школе экономики. На ваш взгляд, в принципе, руководитель отрасли, я сейчас говорю о любой, если это Министерство образования, Министерство благосостояния, здравоохранения, ее должен возглавлять человек хороший топ-менеджер или все-таки человек, близкий к этому направлению, то есть человек отсюда. Если это Министерство юстиции, это должен быть адвокат либо юрист, либо, неважно, любой человек, обладающий хорошим мышлением, как мы сказали, эластичным, mm-hmm. мобильным, общей эрудицией, он может погрузиться и понять, выявить mm-hmm. какие-то проблемные точки и руководить довольно успешно, не будучи профессионалом в этой отрасли. Что вы считаете, какой лучший вариант для нашей страны? Да, допустим, если мы рассмотрим кабинет министра в Канаде, mm-hmm. который вот все подчеркивают, mm-hmm. что там каждый министр – это человек узкоспециализированной направленности. Знаете, не все обо всем знают. Да. Мы все знаем о том, что наши министры, они переходят. Есть даже министр, который сменил 4 ведомства. Да? Это странно, это вызывает подозрения. Нельзя одинаково, там, не знаю, быть плотником, зубным врачом. Мы все это понимаем, да? Ваш вариант, как вы видите управление министерствами в Латвии? Я бы сказала, одна специфичная отрасль – это, наверное, юриспруденция, потому что не каждый может читать документы и понять сразу, где самое главное. И я думаю, это очень такое специфичное. Но если мы говорим о других министерствах, то очень важно, чтобы этот круг советников, он может отличаться. Если вы сам хороший экономист и думающий человек по финансам, вы можете взять себе советника очень, таким шаур-специализатом в медицине, скажем, если по медицине. Конечно, лучше, если вы понимаете саму отрасль, потому что когда приходят люди из отрасли, говорить о своих проблемах или таких, я бы сказала, может быть, не настоящих проблемах, очень нужно понять, что они говорят, потому что не всегда этот верхний слой разговора настоящий, я бы так сказала. Иногда надо понять эту полную картину. И из-за этого я бы хотела сказать, что министр должен быть такой, который может взглянуть на ситуацию с балкона и быть в зале, и почувствовать, что происходит. Но и в то же время, жалуются, допустим, или высказываются. С другой стороны, и вступить на балкон и посмотреть, как вся ситуация вместе выглядит. И это все-таки о том, как эластично человек может думать и научиться и увидеть. Не обязательно быть врачом или быть хозяйственником, я думаю, лауксемнетипс, чтобы руководить этим министерством. Но то, что нужны навыки с работой людьми, понять таблицы экономики, понять вообще, как развивается мир в общем, и те советники, чтобы были, кому вы доверяете. Кому вы доверяете, и профессионалы, которые могут работать. Но в целом вы, исходя из вами сказанного, вы допускаете ту мысль, что один хороший управленец может руководить и переходить из одного министерства в другое. Да, особенно после Министерства финансов. Я думаю, что понятие общей картины очень меняется и понятие, как организировать работу, потому что министр все-таки вада политику. Это политика. Там очень важно, чтобы профессионалами были вальс-секретарь и вице-редницы. Государственный секретарь и вальс-редницы.
и другие чиновники. Да. Вы сейчас работаете в комиссии по социальным делам, я так понимаю, продолжаете являться экспертом отрасли здравоохранения. У вас также господин Скриде, который представляет для развития Латвии. Есть еще среди депутатов Сейма сейчас представители медицины, врачи? Намного меньше, чем было прежде. Есть Сасканя, да, Сасканя, Орлов. Орлов, да, Орлов. Господин Орлов, да, конечно. И господин Дури, ты снова больше в ветеринарной медицине, но понимает, как же и медицину. Да, так что мы... И господин Даудзе, конечно. Ваши коллеги к вам прислушиваются, вы для них являетесь авторитетом, источником информации, когда происходят какие-то дискуссии по вопросам, ну, сейчас ярко обсуждается остро нехватка сотрудников медицинской отрасли, зарплаты медицинской отрасли, ну, и, в принципе, другие проблемы, ну, там, коснемся попозже ситуации в Даугавпилсе. К вам часто обращаются? Но в комиссии мы все обсуждаем этот вопрос, и я думаю, что мое мнение тоже важное, потому что я руководила и больницей, и руководила отраслью, и также училась о том, как лучше всего организировать работу медицинской отрасли, так что я думаю, что прислушиваются. В Неткориге колумнист Бен Латковскис посвятил вам материал, ознакомились ли вы с ним, не знаю, читали или нет, под заголовком «Уби Бене и Би Патрия». Ну, это латинское выражение, означающее «где хорошо, там и родина», но только слово «патрия» он заменил на слово «партия», да, как можно догадаться, указывая, что вы выбрали вот такое лучшее местечко под солнцем. Я также ознакомилась с другими материалами, почитала комментарии пользователей в интернетах, в соцсетях. Я думаю, может быть, вы тоже успели столкнуться с некоторыми мнениями. Может быть, даже осуждением, кто-то сравнивает вас с футболистом, но это не только вас, а других переходящих депутатов, да, которые меняют клубы, являются такими кочевниками. Вы столкнулись с такой реакцией на ваш переход? Вас она удивила? Меня, скажем так, наверное, не удивило, потому что реакция вообще на политиков такая немножко выработана уже в нашем обществе. Но я училась тоже психотерапии, и я очень хорошо знаю, что всегда, если люди говорят о вас, они говорят о себе. И я больше все-таки пытаюсь понять свои умыслы или то, что для меня важно. И все, весь автобус Петра, они смеются обо мне. Они все-таки смеются о своих шутках. И мне очень важно, чтобы я чувствовала комфорт и могла работать с теми, с которыми мои мысли, может быть, сходятся больше. То, что есть такое явление, что мы всегда хотим понять эти эмыслы, цели или почему мотивации, почему кто-то меняет партию. Я думаю, что это всегда тоже отличие от человека, может быть разный. В моем случае это очень, я бы тоже сказала, очень все-таки тесно связано с этими ценностями. И даже нет другого комментария. А для вас вообще важно общественное мнение? Вот вы 2 года занимали должность министра здравоохранения. Вы интересовались, либо интересуетесь, что думают люди конкретно о вашей работе, о сделанном вами? Читаете, может быть, комментарии в соцсетях? Нет, комментарии я не читаю, но, конечно, я не буду врать, мне важно мнение, потому что та работа, которую я делала и сейчас продолжаю делать, в каком-то мере... она все-таки целена на то, чтобы люди почувствовали улучшение системы здравоохранения. И из-за этого мне кажется, что самый лучший результат можно получить, если эта дискуссия про то, как улучшить какую-то систему, происходит с ее потреблением, люди, которые ее потребляют больше всего. И, конечно, и слышать, как они видят, как это делается, и что они понимают и слышат из моей коммуникации. Потому что иногда то, что мы думаем, что человек понимает, не одно и то же, что он понимает. Все-таки там очень много этих слоев, которые между нами, и то, как это еще переводится, и как ее передают, эту информацию. Из-за этого, конечно, очень важно это коммуникация, которая сразу, человек с человеком, когда ты прямо можешь узнать мнение или
ощущения или то, как они видят, как система работает. Да, мне важно, что думает общество не обо мне, а о моей работе. Ну, я как человек, это уже другой вопрос. Ну, мы говорим, да, сегодня о вашей работе прежде всего, и обращаясь к обществу и их высказываниям людей, как вы считаете, не слишком ли громкое, может быть, даже где-то такое, не знаю, высокопарное заявку на рекламную кампанию перед выборами Сейма, назвав себя чемпионами хороших дел. Вот если так, откровенно, да? И что об этом говорят люди? И вы сказали, что для вас это важно. Ну, я говорю о тех постерах, которые были развешаны по городу. Назвав себя чемпионами хороших дел, фракция СЗК. Я слушателям поясню. Ну, я думаю, что, наверное, этот слоган, да, может быть, не был самым лучшим. Может быть, это наше внутреннее чувство о том, как много работ было сделано, было, отличалось от того, как люди нас видели. И я уже после этой кампании говорила, что я думаю, что одна из самых таких больших проблем была наша такой общий отрыв от общества, потому что... Но есть такое для кабинета министров, я бы сказала, у каждого индивидуального министра все-таки очень важно, как остаться в контакте с реальностью или с обществом, теми, которые, для кого ты работаешь. Потому что иногда этот кабинет, он такой, я бы сказала, мимой становится. Ну, тебя как будто отрывают от этого общества, и ты уже не видишь, что происходит. Ну, как будто видишь, но не видишь. И из-за этого я бы сказала, что может быть такое, ну, больше контакт с теми, которые за тебя голосуют и для кого ты работаешь. У нас, напомню, в гостях бывший министр здравоохранения, депутат Сейма Анда Чакши. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся в студию. Микс Ньюс. Мы продолжаем. Бывший министр здравоохранения, депутат Сейма Анда Чакша у нас в гостях. Звоните, мы будем в этой части принимать ваши звонки. 672-12-939, 672-13-939. Ну, вы сказали, что важно, что думает общество, и общее мнение о вас. Но вот после выборов это общественное мнение явно показало, что и «Новое единство» набрало меньше всего голосов в Сейме. Да, это одна из самых... маленьких фракций, всего 8 кресел у нее, да? И несмотря на это, вы исходили только из своих каких-то внутренних убеждений, да? Несмотря на общественное мнение. Да, я верю в политику, которая думает, ну, долгосрочно. Ну, не спринтером, а маратонистом. И мы видим, что единство смогло, ну, перейти, это очень-очень трудный тоже период, по моему усмотрению. И, ну, политик, который работает в этой партии, ну, интеллигентный и знающий своих отраслях, и смотрит на такое Латвии сатисты и билктер меня, что очень важно. Развитие потому, что, Латвии в долгосрочной перспективе. Да, потому что иногда мы хотим результат, ну, через год, и не думаем, какие последствия это может оставить. Конечно, очень трудно, когда экономика, ну, развивается быстро, один момент, потом опять медленнее, и чтобы невинлидзиба, и чтобы не было бедности. И неравенства. Неравенства, и думать о всех людей Латвии. И это всегда, ну, спрашивает принять самые лучшие решения в разных специализациях. Так что я думаю, очень-очень важно, чтобы мы все вместе видели, ну, такую цель, что жители Латвии живут, ну, лабклайба, и если мы хотим быть как скандинавские страны, то, ну, мы все должны с этим, ну, как-то больше работать. Ну, уровнем благосостояния нам, в общем, еще хвастаться рано. Да. Вот на прошлой неделе буквально медики и другие сотрудники медицинской отрасли получили огромную пощечину, оплеуху после заявления нынешнего министра здравоохранения Илзы Винкела, которая сказала, что в обещанном размере зарплаты на 20% повышены не будут.
скорее всего, и по ее словам будут разрабатываться особенные критерии и рассматриваться только часть тех медиков, которые получают действительно самые маленькие зарплаты в отрасли, и им будет обещано повышение. Ну, такой же вопрос. Как же так? Мы позвонили, конечно, связались и с госпожой Винкела. Она сказала, знаете, все вопросы, конечно же, к тому правительству, которое занималось бюджетом, знало об этом, что денег не хватит, элементарно не могли сопоставить какие-то цифры в экселевской таблице. Да. Вот, поэтому я переадресую этот вопрос вам. Как же так получилось, что обещали, и опять медики остаются без повышения обещанных вот 20%? Ну, мне, наверное, в данный момент будет очень трудно ответить. Я еще не так внедрилась в таблицах бюджета, но я считаю, что учителя и медики, те первые приоритеты, которые не должны остаться без. Почему? Я бы даже сказала, что учителя – самый первый приоритет, потому что если не будет хорошего обучения, то мы не можем говорить о таком хорошем благосостоянии после долгих лет. Но медики, я бы сказала, очень долгие года были оставлены без нормальных зарплат. И из-за этого я считаю, что это увеличение зарплат должно продолжаться и следующий год, и также еще после следующего года, пока достигнет эти два средних зарплат Сабедриба. Так что я бы сказала, это очень-очень трудный вопрос, но мы не говорим уже про минимальных зарплат, потому что то, что подняли зарплаты в этом году, уже изменило ситуацию. Но тут очень важно, что у нас есть специалитеты, специальности, которые работают в больницах. Ну, это одна из таких анестезиологи, которые работают 24/7, и у них нет амбулаторных таких консультаций, где они получают какую-то еще зарплату. Это очень трудная и неприятная, можем, скажем так, непотетикс дарбс. И из-за этого мы видим, что эту работу уже не выбирают и молодые врачи, или выбирают и уезжают в другие страны. Из-за этого я бы сказала, что очень важно, чтобы сейчас посмотрели на те специальности, которые получают не самую маленькую, но которые по конкуренции с другими врачами, скажем, не соответственную зарплату получают. А другое еще смотреть на то, чтобы обучение, скажем, то, что было с детскими психиатрами, это было очень длинный период обучения, и эти изменения мы сделали уже в прошлом году, и с этого года могли вступить уже другую программу, когда время обучения уже не так долго, и молодые врачи опять же начали выбирать эту профессию. Так что там очень много разных инструментов можно использовать, чтобы получить самый лучший эффект. И третье, то, что похоже, то, что говорит о сети школ, также о сети больниц. Нужно понять, в каком расстоянии, и это, в принципе, уже понятно, только надо это полностью внедрить в жизнь. Сейчас это территориальная административная реформа. То, что по качеству или по тяжелости болезни происходит помощь, даются только в тех больницах, где есть все те специалисты, которые могут дать эту помощь. Давайте мы сейчас прервемся, примем телефонный звонок. Напомню, бывший министр здравоохранения, депутат Сейма Анда Чакша у нас в гостях. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Станислав говорит. Да, пожалуйста. Маленькое замечание, я уж извиняюсь. Все-таки в русском языке организовывать и организировать совсем по-другому понимают. Извините. Спасибо. Есть ли у вас вопрос? А вопрос следующий. Всегда очень хорошо говорят министры, депутаты после того, когда они уходят с больших должностей. Все правильно говорят. Я согласен. Спасибо.
Ну, по поводу неродного языка, я думаю, мы простим наши гости. А по поводу того, что некоторые министры, покидая свою должность, становясь депутатами Сейма, действительно часто говорят обратное. Вот, может быть, и только что подобное замечание прозвучало и в ваш адрес. Если я правильно интерпретирую звонящего. Что вы можете сказать? Вот ваше нахождение на должности министра и ваша позиция сейчас, они отличны? Я бы сказала только по одному вопросу. И тоже не до конца. Этот один вопрос – это две корзины или одна корзина. Отличается от той позиции, которую, может быть, от меня больше слышали. Но другие позиции полностью остались такими же. Но если говорить про одну или две корзины, то я много это уже разъясняла. Я это видела как дорогу, чтобы дойти до обратно до одной корзины, как будто мы уже были. Почему? С одной стороны, мы все говорим, что у нас одна корзина, мы можем получить все услуги здравоохранения. С другой стороны, мы видим, что мы не можем попасть к врачу, не можем получить медикаменты, мы не можем того. И в конце концов, в принципе, получается, что только примерно 60% из этого общего мы что-то получаем. И только тогда, еще если хорошо знаем систему, или у нас есть какие-то знакомые и что-то такое. Из-за этого очень важно, чтобы было очень четко и понятно, где кто что может получить, как он связан с этой системой. И в конце концов, когда финансовый объем здравоохранения увеличится, постепенно идти на то, что это то, что называется Universal Health Coverage, чтобы все могли получить то, что как будто государство им обещало. Так что я это видела как дорогу к этой одной корзине. Это не удалось, я бы сказала, но это не изменяет то, что система внутренняя должна быть продолжена улучшить по качеству, по тому бюрократическому пути, как пациент получает эту услугу. Давайте мы примем еще звонок. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, Александр. Да, пожалуйста. У меня один вопрос. Как вы думаете, нам удастся сохранить государственную медицину, или же мы все-таки будем ориентироваться на частное страхование? Спасибо. Очень трудный вопрос. 2 года назад я говорила, что мы стоим на краешке быть частной или государственной медицине. На сегодняшний день я могу сказать, что значит государственная медицина? То, что оплачивается государством, но тот, кто дает услугу, может быть и государственным, то, что значит ганвалс, ганпашвалдейбас, и также частным участником или больницей, или амбулаторным центром. И это также государственная медицина. Если мы говорим о том, кто платит, то на данный момент это, конечно, платит государство и доплата пациента. Будет ли так, что пациент должен будет сам платить, неся взносы, скажем, обязательные взносы в частную практику? Страховщикам? Я думаю, что нет, потому что если мы смотрим на все европейские страны и по советам всех европейских организаций, государство должно вопросом о том, кто дает эту услугу, государственный или частный, так в этом случае уже не имеет такой смысл, с одной стороны. С другой, конечно, очень важно, что это контролировано со стороны качества, со стороны того, чтобы пациент не был, его не пустили по кругу, что делается изымаемое, которые не должны быть. Так действительно есть, исследуют, и не могут найти причину. Да,
И иногда, конечно, не могут найти причину, и потому исследуют. А иногда все-таки, может быть, кому-то это издавига. Издавига, да, потому что за это платят. И из-за этого очень важно, чтобы эта система контроля, ну, скажем так, была, там был бы алгоритм, было, кто мерит качество и смотрит. И были такие бы, ну, скажем, берем каждый десятый анализе, смотрим, надо было его делать или нет. Это такой очень чувствительный вопрос. По поводу, опять же, медиков, сотрудников, медсестер, вот 13 декабря вы в том числе в срочном порядке поддержали поправки к закону о финансировании здравоохранения, который обещал в течение 3 лет постоянное повышение, да, зарплат. Сейчас этого не будет. Вот вопрос, как так? Обещали, есть закон. Если есть закон, значит, надо исполнять. Ну что значит нет денег? Но если мы вот ищем на что-то, да, то где-то там, даже вот Министерство сообщения пересмотрело там свои закупки электропоездов, вот нашли несколько миллионов. Почему здесь нельзя сделать то же самое? Ну, то есть от граждан исполнение закона требуется, и причем никаких поблажек не дается, ну, даже в виде, там, не знаю, обыкновенных штрафов, да. Uh-huh. А государство не держит слово перед тем, кому дают эти обещания, причем закреплены, которые официально. Да, в букве, ну, закона. Я полностью согласна. Я считаю, что закон должен быть, ну, исполнен, да, что эти зарплаты должны увеличиться. И, конечно, я думаю, что тут все-таки сила и министра, и общего кабинета искать это финансирование, чтобы, ну, сделать все, что было обещано уже политиками. Но вы будете на этом настаивать, в том числе там, принимать участие в дискуссиях, потому что было созвано внеочередное заседание в парламенте господином Скриде, да, где... Да, да. Да, конечно. Вы за это стоите и выступаете? Обязательно, потому что это был один из таких вопросов, которым я стояла уже прежде, и я думаю, что... Не думаю, я знаю, что буду и продолжать об этом. А как вы общаетесь с госпожой Винкелой? Какие у вас отношения? Можете ли вы, встретившись с семьей, поговорить, обсудить ситуацию в здравоохранении? Потому что известно, что ваш адрес, она делала несколько громких заявлений, в том числе отчасти не конкретно вас, говорила, что есть какие-то коррупционные схемы, которые происходили в создании системы Е-здоровья, и в том числе двух корзин, да, что есть несколько недочетов. Вот, она ссылалась на вашу семью. У вас с ней какое-то личное общение сложилось? У нас нет личных отношений. И я считаю, что все ее заявления, ну, не были, ну, годы-еги. Честными отношениями ко мне. Это больше было такое политическое, как бы, отвоз глаз, я бы сказала. Ну, мы были и в других позициях, да, позиции оппозиции. Ну, просто это преемник, это всегда человек, который продолжает что-то начатое кем-то, да, и мне кажется, лучше всего это как раз-таки, даже если есть вопросы, разъяснения, то напрямую подойти к вам, тем более у вас есть возможность, вы видитесь. Полностью согласна, но такого не случилось, но то, что я вижу, что политика, я рада, что продолжает все то начатое, что было начато в мое время. И, ну, я бы хотела, чтобы и есть и другие инициативы, которые могли бы еще, ну, начать. Таких я на данный момент не вижу, но я рада, что все-таки продолжаются все те инициативы, которые мы уже начали. Ну, а вы не считаете вот нужным это общение как-то нормализовать, в конце концов? Ну, вот мне кажется, на взгляд простого обычного избирателя, там, политические направления, правые, левые, знаете, нам это интересно, нам очень хочется, чтобы все делали одно дело. Конечно. Да, чтобы все делали одно дело, и в кругу взрослых людей какие-то, может быть, личные моменты, они не в счет, есть профессионализм, голый профессионализм. Нравится, не нравится, но... Полностью с вами согласна, и я всегда об этом. Я думаю, что эти отношения, ну, постепенно, надеюсь, улучшатся. Давайте мы продолжим принимать звонки. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут? Александр. Да, пожалуйста, Александр. Вы, как доктор, имели когда-то вот неудачные диагнозы первоначальные? Наверное, были. Потому что тут прошла информация такая, что 40% первоначальных диагнозов неправильные. Что нам делать простым смертным? Да, пожалуйста. Если вы смотрели
один из фильмов про врачей, наверное. Вы видите, что всегда очень много симптомов, которые указывают на одинаковые болезни. Могут показывать на одинаковые болезни, на разные болезни, и врачи этих симптомов вставляют вместе. И, конечно, мы раньше привыкли, что пациенту много не рассказывали. Врач сказал, что там одно какое-то слово и все. Сейчас очень важно, что врачи начали разговаривать с пациентом, но пациент тоже должен быть готов, что он говорит, что мы думаем о том и о том. Ну, скажем, может там быть три, да, скажем, даже пять вариантов, о чем думается, что нам покажет анализы, какие-то исследования и другие. И что сужает уже эту дорогу, чтобы найти одно правильное решение. Но есть такие болезни, которые очень прячутся, так скажем. Конечно, есть и то, что вы не можете диагностировать то, что вы не знаете. Есть такой вариант тоже. Но я бы сказала, что то обучение, которое в Латвии для медиков, это на очень высоком уровне. Я бы сказала, что врачи у нас очень знающие. Но то, что врач говорит, что мы думаем о разных диагнозах, это значит, что врач думает, что у него есть много подозрений, и он просто с вами коммуницирует. Потом просто он идет шаг за шагом, как это в алгоритме, его в голове, скажем, и доходит до правильного диагноза, и это уже коммуницирует. А если он не доходит, назначает неправильный курс лечения. И вот, кстати, возвращаясь к вопросу вашей практики, были подобные случаи? Я работала педиатром, потом и как педиатром в реанимации. Конечно, были случаи, когда мы ищем, кто инфекция, кто заносчик инфекции. И иногда это не сразу можно увидеть. Вы делаете посев, ничто не растет. Вы делаете еще посев, ищите, потому что там нужен, конечно, конкретный антибиотик. Но вы не можете оставлять и без антибиотика, без прикрытия, потому что пациент ухудшается. И это всегда, потому и эта профессия так сложна, что вы должны принимать все время решения, смотря на общую картину. И, конечно, бывает, что не сразу вы находите правильное решение, но все время ищете, идете вперед. И если не самому не можете, вы еще ищете консультанта, других профессионалов. И тут разговор, потому это называется консилиумом, опять же, что еще можно, что вы еще знаете, какой ваш опыт, может быть, где-то зарубежье был такой случай, потому что мы тоже маленькая страна, и есть случаи, которые очень редки, так что ситуации могут быть очень разными, но очень важно, если для пациента что-то не ясно, спросить, потому что иногда врачи в своих заботах забывают просто все рассказать, о чем он думает, но пациент может, ему даже нужно спросить, что он думает, почему он такое решение принял, почему такой анализ, почему такое... Наденьте, пожалуйста, еще наушники, да, примем еще звонок. Да, здравствуйте, как вас зовут? Коротко, пожалуйста. Добрый день, Александр. Да. Госпожа Чакша, для того, чтобы определить плоскостопие, никаких посевов делать не нужно. Мне пришлось пройти 4 врачей, и они ничего даже не беседовали, просто выписывают обезболивающие, и все. Вы представляете, вот как вы по этому вопросу что скажете? Спасибо. Ну, я думаю, что, конечно, если был такой случай, что какой-то врач что-то не нашел вовремя, то у нас есть и веселые пси-инспекции, где вы можете обратиться и сказать, что что-то там не было в порядке. В этом конкретном случае я не могу дать рекомендации. Вы имеете в виду написать жалобу, да, обратиться, да, чтобы это жалобу. Дело было... Иногда это, если пациент не жалуется, опять... Мы общались с сотрудниками инспекции здравоохранения, да. Видите, у них на одного сотрудника зашкаливает количество жалоб, они просто не успевают рассматривать их. Да, чисто физически. Нет, ситуации, если можно умереть, пациент пока видит, что нет, дело рассмотрит. Есть ситуации, в которых можно умереть, есть ситуации, которые связано с качеством, диагностики. И в этом случае, когда пациент, обращался к 3-4 врачам и нет диагноза, Тут очень долгий тогда разговор, почему он так думает, что это у него такое. Угу. Давайте последний звонок на сегодня примем. Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день. Экономисты говорят, денег достаточно в медицине. Перед вами была Винкела, сказала, не сестер меньше, чем в Эстонии и в Литве, а в конце интервью сказала, зарплату не можем повысить, их слишком много. И у меня вопрос, вот Винкела упоминала ведущая. Мурмана Убрашко, сейчас госсекретарь при Винкеле. При вас была замгоссекретаря, при Белевиче она была главой НВД, при Цирцена не помню, кем она была. Вот меняются, значит, министры, меняются правительства. Вот мне персонально вопрос индивидуальный по Мурмана Убрашко. То есть система остается прежней, деньги делят прежние люди. Почему? Значит, она стояла у истоков Е-здоровья. То есть что происходит? Почему, вот, допустим, этот персонаж уже при пятом министре? И вот эти все обещания, они все голословные, госпожа Чакша, ничего не изменится, если опять же система остается прежней. Все хорошо. Я думаю, что если по ереднем, то да, сейчас... О конкретном чиновнике спрашивают. О конкретном чиновнике я считаю, что госпожа Мурмана Убрашко профессиональный ередный. Чиновник, сотрудник, да, должностное лицо. Сотрудник министерства и очень с памятью уже как система организировалась, и иногда... Это очень хорошо, что ну, мы знаем, почему мы что-то делаем так. И из-за этого мы можем и выявить, как лучше всего менять эту систему. Я думаю, что она профессиональна, и то, что сейчас вообще valsts pārvalde notiek liels pārmaiņas, un tiek apmācīti cilvēki līderībai. Лидерство обучает управление, да. Все такие обучения, которые до этого очень долго не были, я считаю, это очень-очень хорошо. И это помогает уменьшить бюрократию, помогает лучше знать процессы. Да, я думаю, что некоторые годы это ну, было недостаточно сделано. Спасибо большое. На сегодня время подошло к концу. У нас в гостях была бывшая министр здравоохранения, депутат Сейма Анда Чакш. Спасибо большое, что пришли. Спасибо вам.